Соперники играют по круговой системе, а занявшие первые 4 места поедут на финальные соревнования, которые пройдут в марте этого года. Все команды достойно представляют свои регионы, однако фаворитом с первых игр стали представительницы Краснодарского края. Пока у них нет ни одного поражения. Следующий соперник нашей сборной – команда из Татарстана. По словам наставника этой сборной, настрой у участниц команды на победу. Мы приехали в этот солнечный город Анапу. Нас встретили хорошо, разместили хорошо, с питанием проблем нет, очень хорошо кормят. Соперники на этих соревнованиях очень достойные. Несколько команд претендуют на выход в финал. Сегодня мы играем с командой города Липецк. Это, можно сказать, одна из решающих игр. Мы должны, постараемся победить, чтобы выйти в следующий круг соревнований первенства России. Зал прекрасный, освещение хорошее, судьи компетентные. Конечно, Анапа достойна представлять и не только полуфинал, но, я думаю, и финал России. Команда Краснодарского края – безоговорочный лидер этих соревнований. Очень достойная команда, сильная во всех отношениях. И ростовые показатели, все у них в идеальном состоянии. Но мы, я думаю, дадим им достойный отпор, постараемся.